Не первый год этот дворик 51-го квартала радует глаз соседей и прохожих. Наступившим летом его довели практически до совершенства. Из веток сосны сплели забор, а в новеньких скворечниках уже живут птичьи семейства. Забор в этом году мы сделали. Это моя мечта. Я так мечтала о таком заборе. Вот. Сразу, то, что у нас еще люди не привыкли к красоте. Залазили, и розы выкапывали, и улитки это... Еще ни один человек, чтобы прошел, и это все из машины там так показывают. Конечно, так говорят, красиво, красота. Приятно. Своей дачи у хозяйки нет, поэтому все творческие силы направлены в этот палисадник. В планах у Надежды Викторовны изготовить фигурки животных, обустроить гнездо и ручеек для купания птиц. Материалы уже подготовлены. Рукодельницы из соседних домов, подхватив идею, уже готовы конкурировать. Тяжелого ничего нет, шевелиться надо. Труд есть труд. Вот. Ну, также цветы, сколько рассады много покупаем на свои деньги. Огородили палисадники тоже за свой счет. Землю за свой счет. Вот ЖЭК нам ничего не помог абсолютно. Энтузиастке осталось придумать только название. Уже есть варианты – «Мечта», «Эдем» или «Райский уголок». Самое главное в такой работе, считает ангарчанка, теперь уже не удивить, а сохранить то, что сделано для людей с такой любовью. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.